Так, вот запись пошла. Ну что, Михаил, на берегу Ганги, священной реки, в полном тумане. В полном кумаре. Да, вот мимо можно увидеть детей, тут же жгут костры рядом с Хануманом и другими богами. Ну вот. Итак, Миша подготавливает. Миша пришел в этот мир и в это место, чтобы избавиться от кармы. Да. Ага. Тики. Ладно, ладно. Так а что, а куда они? Они здесь упадут, ты их потом соберешь. Проси, чтобы он их как-нибудь сложил куда-нибудь. Ну они вот здесь на полу будут, потом мы их соберем. Можно попросить? Сейчас попробую. Скажи, чтобы вам это сделать. Так ты и в Гангу будешь выбрасывать? Да, да. Так что, мы их сметем туда и все. Просто, ну, вдруг сейчас кто-нибудь идет, сметет. Не-не-не, не парься. Не парься на это дело. Зачем мне поем? Ага. Не, серьезно, Роман, может, скажешь? Да не парься, не парься. Не напрягайся. А то еще побреет как-нибудь. Ладно. О, какой-то красивый теперь, причесанный. Ты знаешь, я волнуюсь. Да, я понимаю. О, сейчас он как возьмет своими мега-ножницами. А, чего он спросил? Джи-джи. Не-не-не. Шуня. Шуня. Джи, Софет. Джи. Джи, джи, гангами. Сейчас он тебя устроит. Михаил, не бойтесь, я с вами. Это орудие пыток. Смотрел фильм «Д'Артаньян и три мушкетера»? Там вот похожая история была. Сиси. Ой, какой ты белый там. Вот, видишь, все у тебя здесь. Все с тобой. Не бойся. Посмотрите на это напряженное лицо. Уже пол головы у него сбриты на лысо. Он уже похож на Радханатха с вами. Он похож на бритоголового Михаила. Попроси, слушай, чтобы... ну уже реально скинхед. Попроси, чтобы бороду пока не берегли. Ну ладно, ладно, не переживай. Пока вроде не пытался.
Берем крупный план. Не узнает тебя, Миша, родная мама. Да, мама. Это называется ток-шоу. Ага. Слушай, а станки у них классные, я не знал, что они как бы новыми бритвами заряжаются. Она же топится быстро. Ну да. Не, ну обычно я думал их точат, старые же как бы наши системы их точили просто. Я тебе скажу, что эти бритвы стоят реально очень дешево. Я вот думаю, нам будет... Написано, что они стоят 15 рублей. А где ты видел? А, на ней написано? На коробочке. Надо будет купить. Ты умеешь ими бриться? Чего? Ну я бреюсь на сухую на самом деле, как правило. Я кремом не пользуюсь. Поэтому я думаю, что я бы справился с этим вопросом. А этот мужчина меня реально понял. Что? Понял? Да, он сказал, отдашь эту камеру. Да, конечно понял. Ты что, ты думаешь, что первый и последний, кто к нему приходит по этому поводу? Я думаю, что нет. Ну это же у Брамина, если я повезло. Ну да. Но они еще оставляют этот маленький чубчик такой, совсем. Ну, я, знаешь, я не хочу это делать, потому что... Потом будет докапываться, конечно. Докапываться будет, ты знаешь, как бы, ну... Ну, чтобы не оскорблять, я понимаю. Да, я же не клоун. Ну да. Хотя клоун. Такой сосредоточенный вообще. Я первый раз стригу по первых раундах, а во-вторых, я первый раз в жизни опасно жить. Но вид у тебя стал более, как у тебя это сказать? Наброски? Суровый такой. Ты теперь можешь на своих соревнованиях одним взглядом всех просто поражать. Владимир, я теперь... Сейчас первый, кто умрет, первый, кому станет плохо, это гостиница этим. Да. Они, конечно, обалдеют. Иди. Тебя сфоткают, ничего? Ну, скажи, что нет. Най, най, иди. А че, най? Пучтай, похлеб пучтай, на? Тик. А я стою. Ди, вон на ичи ги. Тик. Я рамсе. Я а че раз тахе. Тик. Ну, уже осталось совсем немножко. Слушай, ну ты правда на Радханатху с вами очень стал похож. А? На Радханатху с вами очень стал похож. Серьезно? Конечно. Не, ничего не видишь, что ли? Тебе еще как бы надо будет такую, эту, оранжевую одежду, короче говоря, и нарисовать, как эти кришнаиты рисуют себе, знаешь, эту, ну, на лбу такую фиговинку беленькую. И вообще в чистом виде. Владимир. Я не вайшнав, не кришнаит, поэтому я не отношу себя ни к какому течению. Ну, а на самом деле, вот реально, ты говоришь, буддисты будут все, но ты вот реально сейчас больше похож именно на как бы, да. Вот поэтому с Далай-Лама меня и возьму. Ой. Ну, чуть-чуть у тебя поцарапало ушко, видимо, справа. Но в целом, на самом деле, все в порядке. Я посмотрю, что у тебя сзади. Не, все отлично вообще. А в домах поедем? Да. Зи, да не вот. Сейвинг, рано сейвинг. Я сейвинг. Мэри пас, мэ... Худ банаты. Массаж. Зи. Хэд массаж. О, ты скажи, что я сам умею. Олег! Я болею, что я подорвать чана. Он говорит, массаж головы, хочешь, я тебе сделаю? Скажи, что я ему сам его могу сделать. Тихо. Сейчас подожди, он как бы доведет это.
Ух, суров ты, Миша, суров. Я тебе на видео потом покажу. Ты, конечно, пронишься. Как ты в профиль смотришься, это вообще отличный план. У тебя сейчас, знаешь, голова, она с кучей таких выпуклостей всяких. Когда ты как бы прически, это не видно. А тут как бы все эти неровности, они сейчас все вылезли наружу. Короче, я Миша неровная башка. Да. Знаешь, что меня больше всего радует? Так. Что у меня плюс-минус равномерный загар. Ну, в общем, да, не, на самом деле с этим проблем нет. Скажи, холодно? Если бы... Нет. Не? Ну, как бы... Если бы у меня было лицо очень сильно загорело... Ну да, это было бы совсем контрастно. Это было вообще контраст, я выглядел. Я этого больше всего не хотел. Не, очень-очень ровно как бы цвет это самое, головы и цвет. А? Да не вас, баба. А, сейчас тебе еще. Я Indian Amrish Puri. Я. Вот так, Вовка, мы выгоняем злых демонов. Да. Прощай, карма. This one is not exploding. Gigi, вон они сидят. Your camera. Gigi, мы банаты. Мы видео банаты. Браты? А. Мы просто. Gigi, видео. Видео? Фильм рекординг. Я. Фильм. Синема, Болливуд, Болливуд стайл. Ди. Все, всех паразитов. Вообще. Сейчас с собой возьмешь. Так, подожди. Ну, красавец. Я сам свой цитащи. Сейчас он тебе это. Весь твой мозг. Я теперь как монах могу камень головой. Ты еще щеками так дергаешь. Этот элемент массажа называется растирание. А я зап. Просто Опа! Сейчас тебе массаж всего тела сделает.
Видишь, у кого курсы надо брать на самом деле. Что-нибудь хрустит, не? Чуть-чуть. Ага. Угоняет демонов из тебя. Ну правильно, правильно. А? Правильно, правильно. Не целовали твои лордосоподобные с тобой. Правило массажа, внутреннюю часть бедра не массируют. Полетели. Перья. Тихо. Сейчас зафиксируем. Для потомков. Будешь потом своим детям показывать. Вот какой ваш папа был сумасшедший. Берите пример. Вообще, Вадим. Какие-то наши парикмахерские, тебя постригли, а потом массаж. Да. Вот туда. Потом еще и душ делали. Индивидуальный. И твои волосы доставили прямо в священные реки вод. Я не вижу, что работа. Бери, запускай в гангу. Это тоже отдельная часть будет. Потом. Пойдем, Владимир. Сначала пойдем. Запусти в гангу свою карму. Внимание, Михаил идет, он приближается к священным водам. Так, Владимир, да. Выпускаются волосы. Вытаскивай и бросай, он говорит. О, да. Не знаю, сейчас подойдем, спросим. Подожди, дойдем сейчас к нему, подойдем нормально. Сейчас заплачешь. Не суетись. Давай. Владимир, я теперь лампочка. Мистер Позитив. Ну да. Тут уже все. Ты ему сотню дай, скажет мало, то это самое. Ди, кетна си. Панч суру. Ди, а пахле кетна бы. Ди, лекин хамлок, апке массаж наи пуштат хан, а, ди? Ди. Лекин ап наи батат хан, а? Я ча наи, ди. Ди, катинг, ха. Лекин ап массаж наи батат хан, а, ди? Дай ему 200, это будет нормально. Ди. 200, тик. Бас. Хорошо?
Сколько ему? 200, дай ему и все. Бас, бас джи. Бас. Бас, кион кеап на иба датха. Ам лок массаж на иба датха. Мундан хуге катинга батая там он инна. Джи. Джи. Е катинг. Катинг хан, а? Мундан хуге мундан ганга джи ми чела гия. Джи. Ну что, дадим ему пятихатку? Не знаю, пятихатку это очень много. Джи. 500 саб дейло, массаж би хуге. Джи, джи, ап на иба датха, а? Бейо, кой. Оставь ему 200. Ганга джи ка мундан хуя е. Катинг ка батая та. Катинг батаем, то сирп катинг батаем. Джа? Джи. Джи, бас? Кой бат? На? Тик? Давай ему 200, пойдем. Джи, джи. Ну и что? Ну давай. Не знаю, положи ему и пойдем. Че, да может 500 положить ему. Решай сам, дело твое. Я ему говорю, что ты как бы это самое, не сказал о том, что ты массаж будешь делать, ну, и прочее. Ну ладно, ничего страшного, пускай. Это как ему, знаешь, как бы, бог ему судья. Ну, разберемся. Давай чаю попьем. Пойдем чаю попьем. Ну, вообще, я тебе лампочка, Владимир. Вообще. Так, подожди, стой. Сейчас мы запись остановим.